Друзья, мы всех приветствуем на канале «Стройгарант Анапа». Вы часто спрашиваете, как добраться до наших жилых комплексов «Азовский», «Встречный», что есть по пути, какие ориентиры, какие живописные места. Сегодня мы об этом и расскажем. Мы выехали из Морского, минут 20 мы были в пути. Находимся мы на развилке. Посмотрите, отсюда можно добраться до Анапы, до Темрюка, до Крымского моста. Если поехать в обратную сторону, это Краснодар и Новороссийск. Но сегодня путь лежит в Азовский и Встречный. Идемте покажем дорогу. Друзья, мы проезжаем сейчас два указателя. Один показывает, что прямо дорога на порт Кавказ. Можно вернуться на Анапу, в Морской, но дорога у нас лежит прямо. Указатель на Темрюк будет чуть позже. До следующего кольца мы сейчас доедем. Сейчас проезжаем искусственный водоем. Это рыбалка платная, но буквально рядом это просто дренажи, куда можно прийти порыбачить бесплатно, и рыбы действительно много. Слева расположены теплицы фирмы «Новая земля». Это огромный комплекс, который выращивает зелень, укроп, петрушку, руколу, но очень классную зелень, и поставляет по всей России. В данный момент проезжаем мост. Но, смотрите, идет его реконструкция, то есть у нас ремонтируются не только дороги, новое покрытие устанавливается, но и мосты. Это круто, на самом деле. На всем протяжении вот, движения до Встречного Азовского идет ремонт дорог. Дороги будут новые, друзья. В данный момент мы приближаемся к еще одному населенному пункту. Это хутор Белый. Здесь очень активно идет ремонт дороги, потому что дорога в данном месте поднимается, крутой подъем. Но будут две полосы и вверх, и вниз, и в ту, и в другую сторону. На хуторе Белом активно занимаются сельским хозяйством, пасутся коровы, козы, барашки. Красота. И причем пасутся всю зиму, ребята, сено заготавливать не нужно. Проезжаем хутор Белый, сейчас будет развилка на порт Кавказ. Это буквально немного, и вы на Керченском мосту, если вдруг захотите попутешествовать. Развилка идет направо на Темрюк, налево на порт Кавказ. Не прошло и 50 минут, и мы уже находимся вот в этом интересном месте. Здесь тоже идет в процессе ремонт дороги, как и на протяжении вот всего следования. Вот видите, развилка. Темрюк, трасса А-289, Керчь А-290. Друзья, в данный момент справа и слева с двух сторон дороги начинаются арбузные дынные поля. Именно то место, где открывается фестиваль «Арбузный рай», где с мая до октября и до ноября даже можно купить сахарные арбузы, такие, которых даже в Астрахани не видели. Друзья, и вот вдалеке мы уже видим наш жилой комплекс. Это Встречный. Мы в данный момент уже находимся в Стрелке. И вот эти красивые дома с серыми крышами – это уже сам Встречный. Справа, слева – теплицы, экологически чистый район. Вдоль дорог, кстати, можно увидеть фазанов. Друзья, охотники здесь тоже нередкое зрелище. Подъезжаем к Встречному. Не прошло и 15 минут. Мы во Встречном. Как видите, начиная, если от Морского, доехать очень легко и просто, вы никуда не свернете. Главное, не уедьте на порт Кавказ. В общем-то, навигатор вам подскажет. Но лучше, если вы посмотрите наш ролик до конца и узнаете, на какие места ориентироваться и как быстрее попасть во Встречный и Азовский. Едем дальше на пути Азовский. Ну что, мы выезжаем из Стрелки. Опять же, здесь дренажи, плавни с двух сторон, зарыбленные, кстати. Вот уже есть указатель на Темрюк. И, как видите, до Темрюка 9 минут. Мы подъезжаем к мосту. Мост через реку, друзья. Река очень красивая. Сейчас даже прочитаем название. Это не Кубань. Но здесь есть экскурсионные маршруты, которые называются «Лотосы». Необычно красивое место на лимане, друзья. Когда приедете, обязательно его посетите. Проехали
проехали мост, еще один населенный пункт Октябрьский, до Темрюка 3 километра. И вот здесь, перед Темрюком, можно свернуть налево на станицу Голубицкую. Друзья, это уникально красивое место с шикарным песчаным пляжем. Место, где прогревается море уже в июне, самое первое, местные. Вот мы, в частности, даже из Джигинки, из Анапы, иногда приезжаем купаться именно в Голубицкую. Необыкновенно красивое место. Поднимаемся еще на один мост. Вот несколько раз мы пересекаем реку. Это очень живописные и красивые места. Уже начинают цвести плодовые деревья. И вот прямо здесь с моста видно, что абрикосы, жарделя, вишня, черешня уже начинается. А еще только март. И вот в данный момент уже река Кубань. Смотрите, мы проезжали Казачий Ерек, он поменьше, река Кубань пошире. Здесь уже ходят теплоходы, экскурсионные маршруты. И все это вот практически у подножья Темрюка. Очень красиво здесь. Вот мы уже проезжаем Темрюк. Здесь ближе к окраине все-таки заправок еще много. Все вкусные, точка, магниты, пятерочки, куча торговых комплексов, естественно. И вот мы уже на пути к Азовскому. Сейчас проедем красивый дом культуры. Их, кстати, в Темрюке несколько. В каждом районе Темрюка есть дом культуры. И, конечно, коньячный завод. Подъедем поближе, покажем. Встречный мы уже проехали. Жилой комплекс, который из шоколада, в шоколадных оттенках. Очень красивый. И вот сейчас будет видно, мы подъезжаем. Таких красивых домов мы по пути не проезжали нигде. Как видите, путь следования тоже занял небольшое количество времени. Есть остановка на подъезде. Кстати, нас спрашивали, есть ли остановки. Нет, все, пожалуйста. Можно выйти на трассу рядом, добраться до любой точки Темрюка. Или, может быть, проехать дальше. Дорога идет на Славянск, на Краснодар. Ну что, друзья, это жилой комплекс Азовский. Мы приехали. Я надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Если вы вдруг вы что-то не запомнили или хотите приехать посмотреть своими глазами. Кстати, в данном коттеджном поселке еще есть дома в свободной продаже, и их немало. Обязательно позвоните нам, мы ответим на все ваши вопросы и проведем лично с вами экскурсию по этому замечательному коттеджному поселку. Или вдруг вам понравился встречный, в любом случае позвоните. Стройгарант Анапа, у нас всегда хорошие новости. Пока-пока!